Всем привет, с вами Заза, и сегодня мы будем проходить очередную гоночку. Так, я хочу оставить дверь открытой, кто знает. На этот раз это вот здесь находится, вторая гонка в Стаунтоне. Называется она Deimos Dash. Тут, естественно, опять же, три уникальные машины, ля-ля-ля. Да, он там, типа, можно поговорить, если там, типа, такой крутой, приезжай ко мне. Я уже заранее себе нашел нормальную машину. Причем даже получилось чересчур нормальную, я думаю, чем-нибудь попроще, но нет. Именно Infernus мне попался. Так-то, в принципе, гонку можно выиграть на довольно плохих машинах. Я обычно прохожу все гонки, ну как, тестировал все гонки на машинах Леоны. Вот, кстати, это три уникальные машины. Так, ну, в общем, на машинах Леоны, это черные, да, Sentien. В принципе, на них довольно... Не очень сложно, короче, победить, но вот ты урод. Старт у тебя, конечно, хороший. Но вот тут у нас всего лишь один круг, в отличие от подмиссии с мотоциклами. Так, есть поворот, что ли? Ёпарасоте, совсем про повороты забываю. Этот урод меня начинает немного бесить. Жалко, его нельзя взорвать. Ёпарасоте, вы серьезно все? Уроды. Но помните, если вы вдруг начнете много проигрывать, это не значит, что вы уже все сразу проиграли, потому что они вас, в принципе, как я понимаю, немного ждут. Ёпарасоте. Но вот трассу здесь надо узнать. Я так думаю, я скоро буду повторять ёпарасоте чаще, чем обыденные фразы. Да, чересчур быстрые машины — это тоже не очень хорошо. По крайней мере, мне сейчас очень непривычно на дрифтах. Я даже не приблизительно не вижу, где первый и второй. А, нет, вот вижу. Собственно говоря, по прямой ездили. Я их, ну, не скажу, что догнал, нагнал. Нагнал, это вот нагнал, можно сказать. Так что одного мы догнали и обогнали. Сейчас второго на повороте, неплохо. Да, отлично, они врезались оба. Это, ну, такой... Не специальный, но получился хитрый тактический ход. Когда вы врезаетесь так, что вы можете ехать вперед, а противника вашего развернуло. Очень так, не очень... Да, все-таки очень сложно говорить, когда ты тут в гонке. Точнее, скорее наоборот. Говорить легче, следить за трассой тяжелее, когда ты говоришь. Поэтому, если я буду вдруг молчать, это не значит, что я пытаюсь сконцентрироваться. Ну вот я вроде более-менее привык к этому повороту, да, на скорости. Так, чтобы меня не разворачивало от моего же дрифта, и я, по-моему, даже немного оторвался. Вот главное сейчас тут, да, помягче было врезаться. Да пофиг на людей уже. Тут уже гонка проигрывается. Последний чекпоинт, блин, а я развернулся. Ну, предпоследний. Ну, в принципе-то все, за минуту... 51, да? Ну, не такое хорошее время, как могло быть. Потому что меня там один раз жестко врезался, разворачивался. Второй раз сейчас под конец, это тоже не очень хорошо, можно сказать, сделал. Но главное, что подмиссия пройдена. Еще 1500 мы получили. Я это спрячусь от них. Оставлю-ка я себе эту машину, она очень такая неплохая. И давайте сейчас, чтобы опять плюсик около видео был. Честно говоря, не помню, кто прислал. Но такой опять малюсенький баг, что вот здесь вот граффити, да, оно от стены в воздухе находится. То есть вот мы можем проходить сквозь него, стоять за ним. И особенно хорошо видно, когда мы бежим. То есть оно висит в воздухе. То же самое вот это. А в других местах, как я, вот такие граффити я видел, они висели на стенах. А здесь вот именно небольшая недоработочка, они висят в воздухе. Спасибо даже за такой маленький баг. К сожалению, я... Не запоминаю, кто это присылает, потому что довольно давно уже было. Извините, если вы вдруг смотрите. Ну вот на этом это в принципе все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был Заза. Всем удачи и пока.